Всем привет! Давайте разберем эту песню. Уже выкладывал, как эта песня звучит просто на гитаре с текстом. Я тогда ссылку в описании добавлю, ну или в комментариях закреплю. А там я сыграл не идеально, особенно момент, где проигрыша, ну и как бы припевы. То есть там может получше сыграть, но это нужно потренироваться. То есть, ну, мы, да, сначала основную мелодию играем. Можно, ну вот, сейчас я получше, по-моему, сыграл, чем в видео. А, так что тут можно обыграть хорошо, но более-менее, чтобы похоже было на оригинал, как будто мы играем еще и бас. Поехали. Итак, с самого начала играем основную мелодию. На шестой струне играем 0, 0, 0, 2, 3. Да, давайте еще раз. 0, 0, 0, 2, 3. Теперь на пятой струне, третий лад. Получается, играем, то есть три, да, давайте по три. Три, 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 три. То есть раз, 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 раз. Шесть раз всего, только первый раз играем, и потом еще пять раз. То есть раз, 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 раз. Потом на пятой струне 2-3. Получается вот так. Теперь на пятой струне 0-0-0. На шестой струне 3. На пятой 0. И теперь на пятой струне 2. То же самое, да? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, то же самое. То есть мы играем раз и еще пять раз. И на шестой струне 3-2. И начинаем заново. Давайте медленно. Можно медиатором сыграть, но потом сложно перейти на бой, то есть можно палец использовать как медиатор. То есть мы вот так зажимаем, большим пальцем ставим по указательному и ногтем играем как медиатором. Так вот, сыграли. И в конце, как только мы переходим на аккорды, мы играем, вот когда на пятой струне 2, мы уже ставим квинт H. Это будет на пятой струне 2-й лад, на четвертой и третьей струне 4-й лад. И в этот момент можно шестую струну приглушить. То есть мы поставили квинт, на шестую струну это просто кладу средний палец, первый открытый, и уже играем боем. То есть мы играем ту же самую мелодию, но боем. Получается вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Да, вот как раз те же удары. Один, раз, два, три, четыре, пять. Вот. Один, раз, два, три, четыре, пять. И в конце на третьей струне. То есть мы оставляем квинт, вот этот аж. Пятую струну приподнимаем, и после на шестой струне зажимаем третий лад. И вот так грязно играем сначала третий лад, потом второй. Получается вот так. Да, там вот третий вниз, второй вверх. И ставим ЕМ на пятой, четвертой струне, второй лад. А. Тут мы ставим ЕМ, сначала играем по басам, потом полный низ, потом еще раз по басам, и теперь на третьей струне второй лад, потом третий лад. То есть получается вот так.
Теперь ставим квинт С. Это будет на пятой струне 3 лад, на четвертой и третьей струне 5 лад. Так, тут... Вот, да, вот этот момент. Вот, должно вот так получиться. Тут я приглушаю струны, играю только квинт. То есть на шестую струну глушим. Да, вот так же средним пальцем. На пятой струне 3 лад, на четвертой и третьей струне 5 лад. То же самое. Сначала раз, потом раз, два, три, четыре, пять. И потом в идеале, вот у нас квинт остается. Мы на пятой струне зажимаем 2 лад, играем вниз. На пятой струне 3 лад, играем вверх. Тоже так грязно. Получается вот так. Дайте еще раз. Идем дальше. АМ. Даже не АМ, а просто квинт А. То есть на четвертой и третьей струне 2 лад. Бьем сначала по басам, потом низ, потом еще раз низ. Так, сейчас. Да, вот низ, низ, вниз. Теперь на шестой струне к этому же аккорду добавляем на шестой струне 3 лад. И опять убираем 3 лад и опять играем А. Получается вот так. И теперь ставим H. Ну и как уже концовка у нас была. Ну давайте быстренько повторю. То есть мы играем вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. На шестой струне добавляем 3 лад, играем вниз. Шестая струна, 2 лад, вверх. И заново. Потом, когда у нас, ну вот, мы дошли до, так, сейчас, до H, и как только переходим на куплет, мы просто один раз H бьем и глушим. И потом D тоже один раз бьем и глушим. D зажимается на первой и третьей струне 2 лад, на второй струне 3 лад. То есть вот так получается. Это вот «Стояло жаркое лето». «Стояло жаркое лето». Начинаем просто играть обычным боем, практически обычные аккорды. Ставим полный G. Это будет на первой, второй и шестой струне 3 лад, на пятой струне 2 лад. И обычную шестерку. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. D то же самое. А вот АМ можно обыграть. То есть получается вот так. Жаркое лето, где 5 копеек монета, и СССР как планета. Так вот, G мы просто сыграли, D просто сыграли, а вот АМ мы зажали на первой, второй и третьей струне 5 лад, на четвертой струне 7 лад. И вот тут чуть-чуть обыгрываем мелодию. Вот поставили так. И играем, тут стараемся шестую струну не задевать. Вот выделить именно вот этот аккорд. Мы играем вниз, вниз. Теперь добавляем на первой струне 8 лад, вверх. Так, давайте еще раз. Вот поставили вот этот АМ в виде баре. Играем вниз, вниз. Теперь на первой струне 8 лад, вверх. Потом на первой струне 7 лад вверх, 5 лад на первой струне вниз, и уже ставим
готовим руку к C, аккуратненько играем вверх, чтобы сыграть первую открытую. И поставить C. Получается вот так. Да, вот последний вверх играем очень аккуратно, после первую, вторую аккуратненько дергаем и ставим уже стандартный C. Получается вот так. И тогда будет плавный переход. C тоже стандартный ставим на первой струне, на второй струне первый лад, на четвертой струне второй лад. И на пятой струне третий лад. Бой тоже стандартный. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И так играется весь куплет. Ты всегда пишешь, что где-то кино от студии Бефа. Ты проскользнешь без билета. И вот когда переходим на припев, то есть у нас сначала G, D, Егор Каменич, Фара. Или квинт просто даже лучше зажать. Да, лучше квинт. То есть мы ставим просто квинт, это будет на пятой струне третий лад, на четвертой и третьей струне пятый лад. И просто играем вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И в конце аж просто один раз бьем вниз. И снова супервизор. Соответственно, уже как вступление играется. А так в целом вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.